языческая чистка, зажечь восковую свечу спичками, а из нового коробка взять 12 спичек и кухонным ножом, обязательно с деревянной ручкой, отрезать у них головки и сложить в белое без рисунка блюдце, затем поджечь эти головки от свечи и начитать: «Горите, чадите, черный глаз жгите, из вас пепел, а мне, имя свое называете, мир светил, так и не иначе». Вокруг свечи затем положите 12 спичек, которые уже без серы, и читайте трижды, глядя на пламя: «Дашь, Боже мой, смахни с меня, имя свое называете, 12 тишин, 12 камнючижев, 12 недюжищев, 12 жировых, 12 костных, ломовых, жильных и полужильных, ключи, замки в воду, огонь в гору, во славу тебе, дашь, Боже, именно». Затем левой рукой брать по спичке, которые уже без серы, и поджигать их от свечи. Огарки складывать в блюдце, где лежат остатки сгоревшей серы. Когда все спички будут сожжены, отнести блюдце на X-образный перекресток и оставить там со словами: «То снято, что заклято, без возврата именно». На перекрестке можно оставить богам откуп: булочки с медом, печенье, конфеты.